Привет всем, друзья. Вы на канале Live. Видеонаблюдение со двора из камеры. Камеры поставили Летай компания. Летай. Вот. Это Летай находится в Татарстане. Вот. По всем дворам. Вот сюда тоже поставили. Вот тут в подъездах поставили. И у нас поставили камеры. Вот. Спасибо им, летайцам. Вот. Что дали возможность на двор посмотреть, не выходя из дома. Вот. Теперь удобно. Включаем интернет, включаем свой компьютер, ноутбук и заходим в свой аккаунт Летай, комнату Летай. Как обычно, регистрация и как обычно заходим. Вот теперь я на своей комнате нахожусь, Летай. Вот. И вам вот покажу, как дворы будут чистить грязер. Погрузчик, то есть не грязь, а погрузчик. Вот. От снега. Сейчас соседи машины тоже уберут. Сейчас погрузчик приедет. Вот. На дворе 2.05.2021 год. Ждем погрузчика. Звук не записывается, потому что из камеры видео. Просто я буду комментировать. Вот погрузчик приехал, ЖКХ тоже им спасибо, что постоянно дворы чистят, чтобы машины парковать удобно было и ходить тоже пешком. Спасибо нашему мэру Марселю. Соседи вышли, люди выходят, вот. Машины, чтобы переставить, чтобы погрузчику не мешать. Вот тут чуть-чуть убирают, чтобы выехать, чтобы бампер не зацепить. Погрузчик прошелся, я стоял, вот, сугробчик маленький. Вот. Люди выходят. Услышали, как приехал погрузчик. Вот. Теперь машины убирают, переставят, чтобы не мешало. Убирается пока там частицы, отсюда привез снег, вот отсюда начал, то есть гребсти, там сейчас туда убирает полностью, чтобы вот эти места, которые сейчас уберут, переставят машину, вот эти места снег будет, снег убирать будет, он вот это место вот сюда. Снег туда выведет.
Ленинский тракторист. Очень хорошо чистит, уверенно чистит, ничего не оставляет, молодец. Все машины убрали, только синий остался во время, и тут Kia остался, и тут фугулишка, и тут еще, короче, тут остался 4-5 машин, все, убрал. Вот, видите, друзья, как расширился место стоянки. Все обратно возвращаются, машины переставили, и теперь снова домой идут. Как прикольно из дома наблюдать свой двор. ООО «Летай» компания, спасибо им за такую возможность. С моего этажа сосед вышел, тоже слушал. Вот. Тоже сейчас переставить машину. Угу. Еще один сосед вышел. Вот его машинка. Сосед домой заходит. Все, машину отогнал. Переставил. Вот. Теперь он переставит машину. И тут Грант. Грант остался. И там Kia. Они уберут или не уберут? Вот, погрузчик появился. Все сугробы, все снег, все туда убирают. Значит, там уже все места не осталось. Он там сюда, в эту сторону чистит. Вот этот Kia только мешается. Может, хозяин Kia может на работе. Поэтому не вышел, может быть. Может, по делам вышел. Сюда сейчас, ну вот, в эту сторону он выкидывает все эти грязные снег. А то сюда нельзя, сюда. Туда только можно. И в ту сторону. В эту сторону тоже можно. Ага, вот
хозяин Киев автомобиля вышел. Тоже пили стоит сейчас. Угу. Гранта тоже вышел. Вот теперь порядок. Теперь погрузчик может спокойно поработать. Все туда выезжают. Не туда, а сюда выезжают. Потому что там площадка есть большая. Тоже примерно. Примерно вот такая же площадка есть. Вот. Где стояли машины, автомобили. Вот, вот это место сейчас набирает. Полностью до асфальта. Почему не слышно, друзья? Потому что через камеру я записываю. Камеры стоят наверху, вот, у подъездов, подъездные камеры. Вот. Поэтому звука не слышно. Вместо звука я сам комментирую. Зато тишина. Rage on that beat, going crazy.
до асфальта. Чистит до асфальта. Видите, друзья, черные места — это асфальт. Где белые, там снег, лед. Молодец. Здесь, наверное, лед уж. А тут, ну вот, чистенькие черные места. Это чистые места. Как чисто, как прекрасно стало наш двор. Погрузчик. Молодец, тракторист, молодец. Наша ЖКХ отлично работает, отлично справляется с работой. Хотел заехать, уехал. Потому что здесь работает тяжеловесный погрузчик. Обратно заехал. Неправильные водители, я так их называю. Когда работает тяжелая техника, вообще не надо лезть туда. Балбесы, балбесы. Конечно, зачем тут парковаться, блин, когда погрузчик работает? Надо уж тоже додуматься. Вот балбесы. Не думает. Думать потом, когда делают.
Вот. Весь этот снег чуть-чуть сюда перекину и туда еще закидывает. Тут уже большой сугроб получился. Вот. Здоровый сугроб. А тут пешеходный переход. Сюда нельзя выкидывать снег. А то люди не будут, не смогут ходить туда-сюда. Ну, отсюда проходить людей не смогут. Ходить не смогут. Лучше туда закинуть все грязные снег. Один приехал, парканулся. Это новенький сосед. Новенький, молодой. Молодая семья. Недавно только переселились. Удобно наблюдать через камеры. Удобно. Удобные камеры на улице. Во дворе стоят. Удобно. Теперь все возвращаются на чистенькое место. Своей машиной. Вот, возвращается. Шелудяшка тоже подъехал на чистенькое место. Что-то он наверх смотрит. Что этот наверху есть, наверное, тоже сугробы на крыше, поэтому думает переставить лучше машину, да? Наверное, уж. Тем временем погрузчик уезжает. Погрузчик лайк. Спасибо. Хоть и не видит, но, друзья вы мои, вы увидели, что я ему лайк.